Психиатры из Университетского колледжа Лондона выяснили, как снизить риск депрессии у подростков. Оказалось, что справиться с заболеванием поможет всего лишь 1 час легкой физической нагрузки. Положительный результат принесет любая несидячая форма активности, даже небольшая прогулка. К такому выводу пришли исследователи после 6-летнего наблюдения за подростками с симптомами депрессии, плохим настроением, слабой концентрацией и чувством неудовлетворенности. Ученые замеряли физическую активность школьников 3 раза – в 12, 14 и 16 лет, а в 18 задавали вопросы о психологическом состоянии. Результаты показали, что за дополнительный час в сидячем положении депрессивное состояние усиливалось, а во время игр на открытом воздухе, наоборот, настроение поднималось. Так что теперь научно доказано, что движение – жизнь.